Сейчас на набережной Табеева проводят работы в рамках первой очереди. На данном этапе идет укладка тротуарной плитки, строится велодорожка, устанавливаются опоры наружного освещения. Ключевыми функциями станут центральная площадь с точками НТО, детские площадки, амфитеатр и ландшафтный парк. Во второй очереди мы планируем добавить инфраструктуру к спуску на воду, сделать слип, возможно, пирс. И в дальней части ключевой точкой станет это формирование пляжа, уже песочного, не такого хаотичного, с соответствующей инфраструктурой, с навесами, с лежаками, тоже с точками коммерции. На благоустройство продолжения набережной Табеева было выделено 158 миллионов рублей. 55 миллионов – это МАФы, детские сооружения, 98, получается, это тротуары, видеонаблюдение, автополив. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. Сроки до 30 августа по СМР, по посадке деревьев и озеленения, это уже уйдет на осень, скорее всего, на октябрь. Мэр города Наиль Магдеев отметил, что в ближайшее время планируется провести общественное обсуждение второй очереди реконструкции набережной Табеева. Мы будем учитывать реальные предложения, связанные с эксплуатацией, с функционалом набережной. Это пляж, это занятия водно-моторными видами спорта, это просто прогулки взрослых, детей. Это не стационарное и стационарное предприятие общественного питания. Реализация второй очереди строительства набережной Табеева начнется в 2024 году. Азиля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.